Береза, пожалуй, самое популярное и даже любимое дерево у нашего народа. Мы ее тоже все с вами хорошо знаем, выделяем из других деревьев. Отличается она белой корой. Это единственное дерево с белой корой у нас. Ну и крона у нее красивая, кудрявая. Даже в народе сложены песни об этой березоньке. И береза сама по себе ведь очень полезна. Чего только из нее люди не получали. Ну, прежде всего, лучина была нужна для освещения. Так вот, вся Северная Россия освещалась березовой лучиной. Жаркие дрова у березы, очень высококалорийные, и для отопления тоже они использовались широко. А еще у березы много других качеств хороших. Одна березовая кора чего стоит? Лапти делали из березовой коры, плели у нас. Здесь липа не растет, лыка нет. Лапти были из березовой коры, из бересты. Из этой же бересты много плели чего? Корзинки, пестери, солонки. А еще из березовых веток делали всем известные банные веники. Да, и сейчас они в моде. Я вот из каких веников не попробовал. Березовые лучше всех. Самый хороший массаж, очень доступные всем и недорогие, каждый может изготовить. В общем, береза была популярна, очень широко использовалась и как бы считалась даже деревом целебным. Вот как сейчас говорят, энергетика у нее такая, что она человеку дает силы, если обнять березу. Ну и люди еще ведь, когда парились березовые веники в бане, тоже изгоняли из себя простуду и другие хвори. И березовый сок – это один из продуктов тоже березы. Это жидкость, которую береза весной, перед началом распускания почек, жадно корнями высасывает из земли влагу. Влага проходит по корням, по древесине, по сосудам, по каналам, обогащается сахарами, кислотами, биологически активными веществами, и получается вот такая субстанция, я бы даже сказал, это живая вода. Ну, внешне это прозрачный такой вот, как бы, прозрачная жидкость, но если ее попробовать на вкус, она имеет чуть сладковатый оттенок. И люди давно заметили, что придает силы людям, особенно ослабленным, болезненным, да любому человеку березовый сок полезен. Поэтому весной старались этот момент не пропустить, когда у березы начинается сокодвижение. А как узнавали? Ну, надрез сделают на коре или веточку срежут, и капельки сразу выступают. Люди, значит, понимали, что пора собирать сок. И даже не только свежий пить, может быть, и впрок заготовить. И даже я замечал, животные тоже иногда употребляют березовый сок. Например, дятел норовит клювом пробить дырочки в коре во время сокодвижения, именно в этот момент, и пьет этот сок. Муравьи, если уж где-то сок капает, тоже эту водичку сладенькую пьют, поглощаются. То есть они все понимают, что это полезно, необходимо. Ну и люди, значит, очень популярен этот сок в России до сих пор. И люди заготавливают его, ну как, идут в ближайшую рощу, кто как пытается заготовить. Ну, раньше заготавливали очень просто в стволе, в нижней части ствола буравчиком просверливали луночку, отверстие не очень глубокое, и вставляли туда трубочку, соломинку или из жести желобочек делали, а под него уже подставляли банку, там горшок, ну, смотря что, хоть ведро, и капельки стекали туда и накапливались. За несколько часов могла посудина быть полной. Можно даже не один раз в сутки приходить, сливать сок, снова ставить вот эту посудину и снова капает. Ну, мне так жаль вот эти деревья, когда их топором там или сверлом сверлят, или топором зарубки делаю какие-то. Я по-другому немножко делаю. Ну, наверное, я не один такой. Значит, у березы выбираю веточку,
пригибаю ее пониже, чтобы она была доступна мне с земли. Привязываю веточку к чему-то, чтобы она была наклонена к земле. А затем, когда веточка зафиксирована, я ножом сделаю надрез. Вот эту ветку срезаю. И из нее начинает капать капельки. Вот капелька. Вот так капельки собираются, и надо их направить в бутылку. Для этого бутылку горлышком я надеваю на ветку, и чтобы она не свалилась, привязываю к этой же ветке. Все, теперь капельки все будут попадать только в бутылку. И постепенно, когда бутылка будет наполняться, она под тяжестью сока, веточка немножко наклонится, и бутылка примет вот почти вертикальное положение. Когда бутылка наполнится, я прихожу, отвязываю, все доступно, не надо никуда влезать на дерево. Отвязываю, сливаю сок и снова бутылочку привязываю. Ну а ветку можно использовать не один год. В этом году я срезал вот на такой высоте. А на следующий год эту же ветку я подрежу подальше, она не погибает, не засыхает. И снова собираю из нее же сок. Береза качает, насос у нее работает, сок идет буквально во все веточки, во все окончания. И можно использовать не один год одну и ту же ветку. Ущерб при этом минимальный дереву.